Любовь к баскетболу у Сергея Полякова появилась еще в школе на уроках физкультуры. Профессионально заниматься спортом начал в университетские годы. Сейчас Сергей предприниматель, а в свободное от работы время тренирует школьную баскетбольную команду, в которой играет его сын. Вместе с друзьями он решил принять участие в баскетбольном турнире «Самара Open», а Сергей приехал их поддержать. Организация очень хорошая. В прошлом году был с открытия до закрытия. Мы ждали последний матч, уже темно было. Очень понравилось. Интересно. Спорт должен быть массовым, потому что среди большого количества намного проще найти талантливых и их подготовить. 15-й турнир по уличному баскетболу 3x3 «Самара Open» прошел на площади Куйбышева. Показать свое мастерство приехали 343 команды из разных регионов страны. Это на 20 больше, чем в прошлом году. Это рекорд по количеству заявленных команд. Я уверен, что в следующем году команд будет еще больше, и турнир превратится вполне возможно и в международный формат, потому что мероприятие на самом деле очень красивое, очень качественное. В рамках турнира «Самара Open» в памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева ежегодно проходит звездный матч. Звезд у нас много, и это очень здорово, что их привлекают сюда на этот матч. И это здорово, когда подрастающее поколение смотрит на профессионалов и видит, к чему стремится. Уровень подготовки вообще шикарный, замечательный. Это говорит о профессионализме нашего баскетбольного клуба «Самара», нашей федерации. Большие молодцы. За время турнира по баскетболу было сыграно 570 матчей. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.